Пять магаданских учеников презентовали свои работы на конференции в Москве. Это была 16-я открытая международная конференция старшеклассников и студентов образования, наука и профессия. 80 человек представляли свой регион очно, более 500 работ рассмотрели дистанционно. Из 5 магаданских участников трое стали призерами, заняли 2 вторых и 3 место. Занимались с ребятами специалисты магаданского центра «Перспектива». Работы на конференции были представлены разные. У магаданских ребят, начиная от медицины, биологии, заканчивая историей, секция истории, а также это и научные проекты, связанные с научно-технологическими прорывами. Написать проект – это одно, а из него сделать научно-исследовательскую работу – это уже совершенно другое. И поэтому хвала и педагогам, те, которые начали готовить детей, и методистам отдела наука. И педагогов, и детей поздравили с победой. Участие в таких конференциях помогает ученикам заработать дополнительные баллы при поступлении в вузы.